Всем привет. Принесли Samsung Galaxy E5, у которого после сброса запрашивает Samsung аккаунт. Хозяин, естественно, не помнит ни логина, ни пароля. Сегодня попробую показать и объяснить способ обхода этого Samsung аккаунта. Прошу не путать с отвязкой телефона от Samsung аккаунта, потому что это немного разное. Телефон можно будет вернуть в рабочее состояние. Он будет работать как и ранее, но у вас будет на нем отсутствовать Samsung аккаунт, так как мы его просто отключим. Включаем телефон, выбираем язык. Далее пропускаем пункт про сим-карту, подключаемся к вашей Wi-Fi сети, это важно. И тут у нас запрос Samsung аккаунта, как обойти. Много раз жмем кнопку Home, появляется Talkback менюшка. Проводим пальцем сверху вниз и вправо, как буква L английская, чтобы появился такое меню. Далее жмем настройки. Выключаем функцию TalkBack. Также много раз нажимаем кнопку Home. Пролистываем меню в самый низ. И выбираем страницу TalkBack в Play Market. У нас открывается страничка входа в Google аккаунт. Вводим свой логин. Далее вводим пароль. И нас перебрасывает на страницу TalkBack в Play Market. Далее нажимаем поиск и пишем слово Launcher. Выбираем и устанавливаем любой лаунчер, какой вам хочется. Я выбрал Apex. Открываем лаунчер. Ну и все, вот у нас рабочий стол. Теперь подключаем телефон к компьютеру. Открываем любую корневую папку. Я выбираю папку, где хранятся фотки обычно. Скопирую туда два файлика, ссылку на которых оставлю в описании. Телефон от компьютера можно отключить. Заходим в папку, куда скидывали наши файлы. Устанавливаем сначала вот этот файл. Выбираем настройки, неизвестные источники. Жмем ОК и установить. Нажимаем готово. Устанавливаем второй файлик, то же самое все делаем, неизвестные источники, ОК, установить. И открываем его. Даем права админа. Соглашаемся. Все. Открываем меню, запускаем нашу программку. В строке поиска пишем Samsung. И ищем Samsung аккаунт.
Очищаем. Ставим галку. Жмем кнопку «Возврат». И еще одну галочку ставим. Теперь пишем слово «Wizard». Также очищаем, ставим галку, возврат и галочку. Теперь телефон можно перезагрузить. Как видите, телефон загрузился без всякого запроса Samsung аккаунта. Предлагает выбрать, через какой лаунчер ему работать. Выбираем стандартный. И все. Телефоном можно дальше пользоваться. У меня на этом все. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки там и прочее билиберда. Все, всем спасибо за просмотр.